Всем доброго утра, ребята. На улице даже не получилось поснимать, потому что ветер, видно, колыхает шторм. Так, времени. Так, сколько времени у нас? 5 часов 54. Ребята, сегодня у нас оценка... Не оценка. Едем в РСС-центр. Сегодня фотографируют правую сторону, сам тягач. Прицеп мы там уже фотографировали. И все, и ждем запчасти. Старт. Воздух держит хорошо. Все, раскладываем вещи. Дачные, ребята, выходим на кольцевую. В 6 часов прекрасно выезжать. Без пробок вообще, просто катишься как один, вот. Подъехали на мойку, думал будет очередь, но очереди нет. Сейчас мы позвоним в звоночек и будем заезжать, ребята, мыться. Попросим, чтобы нам помыли подножки, уберем обувь, и все будет. Вышел дядька, показывает такой, секунду, я говорю, окей. Ну что будем делать, надо бумаги подготовить, которые нам нужно сдать, да. Убрал обувь на салфетку, чтобы дверные проемы помыть. Все, ожидаем. Чисто все. Все хорошо. Все щетками. Готово. Ждем, кто приедет первый. Наберем незамерзайки, сдадим документы. А пока моем стекла с... Ага. Смотри. Бумажной салфеткой. Я уже начал мыть на мойке. Все. Поехали. Окошки чистые, аж какие-то блики идут такие. Планшет тоже протер чистый. Поставим чай, потому что мне еще ждать, ребята, час. Может быть, чуть меньше. Надо здесь еще протереть. Да, сейчас я влажный протру. Божественный завтрак. Ты заезжал в любимый магазин? Нет, ты что? Я говорю, я застрял здесь в пробке. Да, здесь тоже все протер. Приятного аппетита всем. Гараж открыли. Пойдем за незамерзайкой. Наполним бачок и возьмем, наверное, с собой пару. Положим. Вольво почти доделано. Красота. Новое все. Взял я, ребята, 4 штуки. Расписался. Сейчас сколько влезет? Зальем. И остальное в ящик. Ящик у меня там пустой, чистый, чтоб ни об чё не терлось. У нас тут прицеп чинится. Все, ребята, мочевины я 40 литров налил. 2 канистры. Незамерзайку полностью налил. И 1,5 бутылки с собой получилось. 5 и там во второй 5 еще. Половина, короче. 2 литра, наверное. Поехали. Фотографироваться и работать. Жидкостями мы затарились, солярки тоже еще до хрена. Добрый путь. На подножке все вымыли. Кошки чистые. Но просто шикарно. Да. Запуск. Мочевины сколько? Да, почти полный. Нормально. То есть еще одна бы не вошла, смысла нет, пусть она лучше целая будет заправлена. Все отлично. Солярки нам хватает. Едем мы, ребята, Ярославское шоссе. То есть идем на Москву. Загрузимся. С Позаулки на 108-ю до Дмитрова. Идем по Дмитровскому шоссе до 107-й. На 107-й
едем до Ярославки, разворачиваемся и здесь погружаемся. Поехали. Там заезд такой, через правую сторону надо заламывать тягач. Все, вперед. Делика стоит, все хорошо. Прибыли в Mercedes-Benz Center. Пойдем оформимся. Отфоткали нас. Времени 9:41. Загрузка у нас 12. Едем, понадеемся, что нас загрузят раньше. Так, объезжаем по кругу и на выезд. Странно. Николай помыл машину, а на улице сухо и нет дождя. И я вижу просветление. Неужели мы на чистой машине поездим? В общем, сказали нам, что какое-то заключение, детали закажут. И как детали придут, будем загонять, чинить. Вот. И все хорошо. Скорее всего, одновременно загоним, чтобы и прицеп отбойника поменяли, и машину сделали. Все вместе. Подъезжаем на загрузку. Времени 11:03. Заявка у нас на 12. Посмотрим, поставят ли нас раньше. Смотрите, сколько однерок. 11:11, 11:11, 20, 21. Поставили, ребята, нас раньше. Это хорошо. Заезжаем. Загрузились. Выезжаем. До пятерочки затариваться. Да. Солнце, ребята, сегодня будет светить всю дорогу, похоже. Асфальт отражается, и, короче, защурившись. Похоже, еще один пойдет. Что-то нас не пускают. Пёсы бегают. Успели пробежать. Свистит где-то паровоз. Справа, слева. Крадется паровоз. Как эта женщина здесь работает, интересно, с таким вот звуком постоянным? Пропускать поезда постоянно. А что вы так медленно? РЖД. Всем локомотивщикам огромный привет. Куда поздоровался? Не, он может с ней поздоровался? Своего рода дальнобойщики. Ладно, ожидаем. Припарковался, пойдем в пятерочку, ребят. Продуктами старимся. Надо не забыть соль купить. Яйца, масло. То я про соль вообще забыл, так бы жарил без соли. По магазинам меня пускать нельзя. 4200 оставил. Сейчас покажу. Ну что, чем мы затарились? 4 сухарей. Новый соус. Понравился, кстати, рестория. Чесночный. Сырки. Чай попить со сгущенной варенкой. С вареной сгущенкой. Вот. Сыр новый с ветчиной. Семечки. Это одно из самых дорогих, что вышло. Яйца какие-то взял. Будем пробовать. Так, поехали дальше по порядку. 2 пепси. Тоже какие-то по акции. Удобно достал с холодильника, положил в спальник и пьешь. То есть не надо холодильник часто открывать. Шпикачки. Копченая колбаса. Вареная колбаса докторская. Горчица. Масло растительное. Миринда. Лечо. Жарить яичницу с лечо прикольно. Соль. И молочные еще сосиски. Ну и штабель Редбула. Все. Надо теперь это запихать как-то в холодильник. Продолжаем ехать. У нас ремонтики. Сейчас позвонил логист. Говорит, завтра после выгрузки едем в Мытищи на загрузку. С Мытищ едем в Нижний Новгород. Выгружаемся. В воскресенье мы, получается, попадаем на... Где-то будем стоять в Нижнем. В понедельник грузимся в сторону Санкт-Петербурга. Вот такие пока у нас планы. Что... Прикольно, прикольно. Снова поеду по Россиям М7. Классный рейсик. Ну, лишь бы все сложилось. Посмотрим, как нас завтра выгрузят.
Вот и подходит наш день к завершению, ребята. Подъезжаем к стоянке. Сегодняшний километраж пройденный 620 километров. Время в пути 10-19, 10,5 часов. Средняя скорость 60, средний расход 23,6 на 100. Остановка у нас была одна после загрузки, это Пятерочка. И все, больше мы не останавливались. Ехали спокойно, ехали. Так, времени сколько? 8 часов, как и планировал. После 8 начинается расстановка автомобилей. Кому во сколько выезжать? Сейчас мы скажем, что будем выезжать в 6. И, соответственно, нас поставят либо в серединку, либо в начало. В общем, сейчас посмотрим. Пойдем перекусим. Вода у меня есть, все остальное есть. Будем отдыхать. Усталость немного чувствуется. До часиков 10 можно посмотреть фильм. Мне надо досмотреть, во-первых, фильм один. Я его не досмотрел. Как он назывался, только не помню. Какая-то комедия, в общем. Да, заходим на стоянку. Парковаться. Мерседес сегодня себя вел замечательно, без нареканий. Да, еще пока даже очереди, ребята, нет. Но я легкий, хорошо. Обычно тут уже толпой заезжаем. Вот видите, пропускает. Молодец, чтоб я зашел с радиусом хорошим. Не портить резину. Спасибо огромное, лидер трансу.